Нужно равняться на Самару и Рыбинск. Новый главный архитектор Омска Наталья Старченкова дала свою первую пресс-конференцию в новом статусе. Спустя 2,5 недели после назначения. До этого в городе главного архитектора не было 3 года. Отвечая на вопросы журналистов, она отметила: сейчас Омск находится в некой точке планируемого развития. В городе, по мнению Старченковой, есть сильное, крепкое наследие в части эпохи классицизма и прекраснейший модернизм, который нужно беречь. Это и есть одна из точек развития города, считает главный архитектор. Пример в этом, объясняет чиновница, можно брать не со стремительно развивающихся российских городов, как, например, Москва или Питер, где соединяются в одно вековое наследие с современными урбанистическими решениями, а с небольших провинций, таких как Самара и Рыбинск. Мне нравятся какие-то вещи в Самаре. Я считаю, что Самара близка Омску. Это также город на большой реке, это также город с историей, город, который развивался до революции примерно в одно время с Омском. И я считаю, что есть много хорошего, что могли бы мы обратить внимание и позаимствовать у них в части сохранения исторической застройки Самары, как они к этому подходят. Может быть, так в этом плане нравится Самара. А мне нравится наши маленькие города. Мне нравится Рыбинск за то, как они относятся к своей городской среде и к размещению объектов рекламных конструкций сейчас, допустим, их дизайн-код, который они применили.